Вот ель. Четырехлетка накопанная. Сейчас будем ее упаковывать. Вот идет подготовка земли для упаковки елки. Тут у нас гидрогель. Можно видеть это все. Ну вот у нас ель колючая, форма голубая. Четырехлетняя. Сейчас будем запаковывать ее. Вот корни. Смотрите, корневая система. Корневая система довольно-таки приличная. Одну покажите, пожалуйста. Вот. Корни одной. Елки. Вот эта елочка сама. Вы видите, да? Так, прекрасно все. Теперь упакуем по 10 штук мы. 4 лет. Берется вот такой пучок. Гидрогель. Угу. Вот так вот. Все. Ком формируем. Формируем комик, да. Чтобы не сильно тяжелая она была, для того, чтобы посылка. Теперь берем пакет и пакетик. Упаковывается это все. Вот, пожалуйста, вот такими пучками мы отправляем. Вот, если можно видеть, он мягкий, там гидрогель. При получении человек получает, когда ее разворачивает, он тоже должен быть мягкий, конечно же, и сажает. Рассаживать четырехлетку примерно на сантиметров 20-30 друг от друга для дальнейшего роста. Также притенять
также все делать первый год. Почки прекрасные. Все, она готова к отправке. Ну, на этом все, уважаемые друзья. Всего доброго. Ну вот мы упаковали ель 4-летнюю. Теперь она в посылку и поедет сегодня же уже в СДЭК, транспортную компанию. Всего доброго. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик.